Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Dwarf Fortress. У нас целая гора просто дварфов, просто гора, они даже не знают, чем себя занять все. Ну ладно, я не знаю, чем их всех занять, поэтому многие просто бездельничают. Кто-то таки, по-моему, пошел потренироваться в стрельбе. Это хорошо, это радует меня. Надеюсь, сейчас... Да, кстати, нет, это Карпентер. О, хорошо. Хоть кто-то решил потренироваться немного. Пусть он бы там стоял бы очень долго. Очередная осада, ребята. Добро пожаловать в очередную осаду. Давайте посмотрим, кто это. Те же гоблины. А кто? А, это труп этого, да? Это труп этого кобальда. Точно. Так, ну хорошо, что мы можем? Прикрутили ли наши дварфы механизм к мосту? Вот в чем вопрос. Я думаю, что прикрутили. Должны были прикрутить, потому что бездельников много. Может быть, правда, не каждый станет как бы заниматься таким серьезным и важным делом. Но, короче, давайте подумаем. Точнее, проверим. Может быть, там написано прямо даже будет, что еще прикручиваю там или еще что-нибудь. Так. Давайте посмотрим. Новое... А, подождите, мне надо сначала всех дварфов загнать в нашу бюроу. Так, поехали. Наверное, я... Да, просто добавлю всех жителей сюда. Таким вот образом, как и в прошлый раз. Да, ребята, если вы мне в прошлый раз писали, я думаю, многие мне в прошлый раз уже писали, как правильно все это делать и как может быть лучше это все делать. Я просто записываю видео наперед, потому что я там то болею, то еще что-нибудь случается. А не хочется, чтобы были перерывы в видео. Так, 62 человека? Боже мой, 62 человека. Так, надо попробовать таки сейчас поднять мост. Сейчас все должны все бросить. И зайти в... Нет, что-то не то. Это мы добавили мирных жителей, да, насколько я понимаю, или как? Citizens — это чисто мирные жители. А вот военные почему-то, как я понял, не спешат идти. Давайте центр. Ну, правильно, все наше. Кто-то уже умер. Боевая собака найдена мертвой. Зум. Боевую собаку уже убили. Что она там делала, интересно? Что она здесь делала? Собачка. И щенят сейчас всех поубивают. Ёлки-палки. А, наверное, кто-то на охоту пошел, может быть, да? Так. Все зайдите. Зайдите все... В этот... В нору. Давайте... Ага, надо дождаться, пока все зайдут. Еще там вон щенята заходят. Ну, вроде бы заходят, да? Вроде как. Еще щенята там есть. Так, ослы, все дела. Последнего песика дождемся. Коты вроде зашли даже. Так, а вот теперь попробуем нажать рычаг. Все тусят теперь здесь. Я надеюсь, что они все здесь тусят. Теперь попробуем нажать рычаг. А ну-ка. Пул... Кто-нибудь... О, ну-ка, сейчас. Я очень надеюсь, что мост нормально закроется, так как должен закрыться. Да. А, щенята, еще двое щенят. Опустить мост.
Опустить мост. Опустить. Опустить. Опустите мост быстренько, ребятки. Давайте, давайте, давайте. Опустили. Так. Сейчас щенята зайдут. Кот, ты не выходи, хоть не выходи. Все, вроде бы. Вроде бы все. Окей. Так, рок, левер. Боевого пса, конечно, жалко. Не знаю, что он там делал. Щенят своих этих выгуливала мамка. Да, наверное. Я даже не знаю. Все, подняли. Подняли. Теперь, по идее, вот если проверим, то караван к нам добраться не может. И это замечательно. Я, наконец-то, первый раз в жизни сделал мост правильно. А, что ты? Дварф, что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Кто ты? Кто? Что ты здесь делаешь? Relations, customize, блин. Иди домой, сейчас тебя... А, рыбак, наверное? Fishery worker, да. Блин, почему... Fishery worker этот не идет на базу. На базу. Надо идти срочно на базу. Блин. Так. Снова открываем тогда рычаг. Дергаем. Надо посмотреть, где там сейчас гоблины. А то у нас уже время-то столько прошло. Так. Гоблины. Они еще с той стороны, пока они медленно подходят, а медленно. Они уже близко, весьма близко. Блин, почему он не идет? Он хочет пить. Иди, ну зайди же, зайди. О, еще один щенок там бежит. О, наконец-то. Главное, что, ладно, щенок, еще такое дело. Мы переживем, в принципе, потерю щенка. Хотелось бы, конечно, чтобы он тоже успел спастись. Потому что щенков тоже не так-то много. Эти так не спеша подходят, не спеша, группами. Ну, а щенок к маме хочет. Щенок хочет к маме. Да. А мамы больше нету с нами. К сожалению. К сожалению. Печально, печально. Блин, еще один дварф. А-а-а! Я там не нажал на рычаг. Не приказал нажимать. Вроде бы, надеюсь. Вроде не приказывал. Ладно, дождемся его тоже. Ты кто такой? Что ты делаешь там где-то еще? Где он? Вот он возвращается потихоньку. А, может, он там растения собирал там или еще чего-нибудь, да? Так, ну, теперь-то я надеюсь. Давайте мы проверим, не осталось ли где дварфов. А, может быть, надо просто режим тревоги включить нормально. Давайте попробуем. Military Councils. Что-то отменил. А, давайте посмотрим... Ammunitions, так, alerts. Alerts. Inactive training. Burrow 2 мне, кстати, не нужно сейчас. Давайте мы уберем его. Burrow 2. Z, limit, D, delete. Yes, delete. Второй Burrow нам не надо. Нам одного хватает. Так. Ну, правильно, вот все, что ниже, это как раз наша нора, из которой вылазить никто не должен. Ладно, ждем. Ждем, пока гоблины будут подходить потихоньку. Может быть, еще успеем щенка спасти одного, хотя... Беги домой, щенок. Кстати, он, может быть, не бежит домой, потому что он не знает, что он должен быть дома. Да, потому что маму убили, он с мамкой-то бегал. А теперь не бегает с мамкой. Так, давайте мы вот так вот сделаем. И всех, короче, собак. Всех собак. В
псарню. Папе. Kittenborgo, Donkey Fall. Так, chicken. Хорошо, буду надеяться, что выживут наши зверушки. Кот, не уходи. Щенок сам прибежит, или его нужно будет сейчас... Мне кажется, что нужно будет, да? Ладно, щенок, прости. Прости, но мне кажется, что... Или тебя даже, возможно, уже убили. Или... Может, ты куда-то убежал, не знаю. Ну, короче, все. Ой, там вон яйца чьи-то, кстати. Ух ты. Чьи это яйца? Это пена, наверное, да? Фом, пена. Это наш бык, которого убили давно уже, да? Окей. Ну ладно, вроде бы, если и остался, то вроде бы только один щенок, да, поэтому давайте мы попробуем таким дернуть рычаг в последний раз. Нам придется сейчас, блин, надо было не убирать все тренировочные эти штуковины, хотя может быть да. А мы сейчас, если рычаг дернем хорошо, и гоблины не зайдут к нам в крепость, то все будет весьма-весьма неплохо. Поля просто засажены шикарно. Ну, ждем. Подняли мост, хорошо. О, песик. Я увидел его. Это просто смешно. Я увидел его, наконец-то. Он успеет, он должен успеть. Опустите мост. Только не на песика. Отлично. Умный песик, вообще молодец. Супер. Так, где там вверх? Вот вверх. Теперь дергаем рычаг, и уже, я надеюсь, больше мы никого не увидим сейчас. Очень надеюсь. Все, подняли, наконец-то. Фух. Ну и смотрим, чем будут заниматься гоблины. Хотя просто смотреть, конечно, мы не будем. Надо чем-то занять наших дварфов, чтобы они тоже чем-то полезным занимались, а то бездельники. Те еще, конечно же. Так. Болтов, мне кажется, там уже наделали достаточно. Хотя, не знаю, пусть пока делают. Тут до сих пор Карпентер так и не пришел. Троны делают, крафтс никто не делает. Хорошо. Не очень, конечно. Кстати, у нас целая куча дверей есть, которые можно пустить в дело, да? Это не та клавиша, которая мне нужна была. Давайте посмотрим, где нам дверей не хватает. Вон куча комнат у нас есть. Build doors. И в эти все комнаты нужно поставить двери. Так, где там? Зато теперь у меня снова есть время просто волшебно покопать, да и заняться разными полезными делами, не отвлекаясь на мелочи типа выхода из нашей крепости. Так, вот гоблины. Я буду надеяться, что они таки не перелезут через стенку. Что идут вдоль стены и идут не спеша. А, кстати, блин, надо бы... Кот, вернись. Хотя, с другой стороны, пока закрывать, наверное, я не стану ворота, если что. Ну, не ворота, а вот эти вот двери. Три двери.
Так, у меня же там правильно прохода нету здесь? Никакого нет, никакого. Может, они через мост могут перелезть? Но мост, по идее, довольно-таки высокий. Сели такие. Ну, там надо было ловушек наставить, наверное, да? О, пошли, пошли, пошли назад куда-то. Куда вы пошли? А там еще одна бригада. Ну, смотрите, пока мы живем. Пока живем. И можно теперь... наше... Как мы можем сделать так? Может быть, если тут начнут за стенками бегать дварфы, то эти как раз их спалят и решат через стенку перелезть. Может, так просто они не знают там? Не знаю. Пока мне, короче, стрёмно выходить... Стрёмно реально выходить. Пусть лучше сидят там, занимаются своими делами. Блин, 20 дварфов свободных, ужас. Рейнджеры. Ладно, придется таки реально поставить обратно в те вот, в эту комнату. Как эти штуки назывались? Кстати, подождите, мне надо сначала... Сначала мне надо сделать нормальные комнаты для знати. Как раз две двери есть, и мне нужно сделать две комнаты. Поставить кровати. Кроватей много, это хорошо. Можно, кстати, дальше ставить. Так. Так, сюда поставим тоже немного кроватей. Хорошо. Сколько последнее? Так, дальше. Кабинет с кнопкой F. У меня один уже должен быть точно. Давайте поставим. Да, всего лишь один, жалко. Окей. Давайте поставим стол. Где-нибудь здесь. Один. Стол. Второй. Стул. Сюда тоже поставим. Ну и хорошо. Сейчас ждем, пока все это нам заполнят. Наши дварфики-работнички. Так. Кабинет один у нас есть. Давайте делаем теперь вот эту комнату для нашего... Большая сочная комната для... Так, для мэра. Для мэра. Угу. Мэр еще с подругой тут уже живет, насколько я понял. Так. Барак с армой. Нет, нам не надо. Стол. Стул у него теперь есть. Делаем эту комнату ему как стади. И назначаем тоже мэру. 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 А вот эту комнату делаем как стади. И назначаем менеджеру. Собственно, кровать эту мы тоже назначаем менеджеру. Менеджеру. Вот. Так. А теперь посмотрим на... Что там, что там? Сообщения посмотреть. Те, которые я хотел посмотреть. Вот эти. Announcements и reports. Больше ничего вроде нет. Тем. Тем.
Там что-то было интересное написано. Ну да ладно. Наверное, ничего важного. Так, кто у нас? Где они? Вот они, гоблины. Ходят пока спокойно вокруг нашей крепости. Не спешат перелазить, не спешат. Кстати, вот надо будет с этой стороны построить небольшие... Второй этаж построить. Или второй, третий, там, не знаю, пятый, десятый. И чтобы наши арбалетчики со стен отстреливали этих гадских. Орков, ладно. Орков, гоблинов. Ну, это пока что гоблины. Дальше, может, еще кто-нибудь появится. О, поля полностью засажены. Ничего себе. Это хорошо, это очень хороший знак. Теперь давайте мы посмотрим на nobles наших. Чего не хватает мэру? Столовая не хватает мэру. Хорошо, сейчас мы сделаем мэру столовую. Так, make dining room. И мэру назначаем. Также делаем и здесь. И назначаем менеджеру нашему. Может, менеджеру, в принципе, это еще и не нужно, да? Он не такой требовательный, как мэр, конечно. Но, я думаю, не помешает. Так, кабинет, два честа. Это два сундука. Weapon rack и armor stand ему еще нужен. Build armor stand у меня где-то есть. Давайте мы поставим... Пам, наверное, вот так поставим. Armor stand. А weapon rack я, по-моему, не делал. Еще ни разу, да? Сейчас посмотрим. Wall. Wall. Где мне его искать? Weapon rack. Да, я его еще не крафтил никогда. Сундук. Как мне поставить сундук? Cage support. Вот это вот вопрос. Как мне поставить сундук здесь? Статуя. Контейнер. H. Контейнер. Large chest. И wood chest какой-то. А вот еще один large chest. Давайте два одинаковых chest. Сундуки я сделал когда-то. Хорошо. Мне нужно сейчас сделать какое-то количество... так, wooden bolts. Chest у нас где-то здесь делается. Ну-ка, сейчас через менеджера посмотрим. Не chest, а weapon rack. Может, тут свободно? Нет, не свободно. Везде занято. Везде занято. А, кстати, мы построили еще одну. Ладно, build. Workshop, carpenter. Точнее, не carpenter мне надо, а mason. Бам-бам-бам. Workshop. Mason. Mason Workshop. Хорошо. А Carpenter вот это, так до сих пор так и не сделал никто. Сам Workshop плотника. Какие-то странные они. А может он там засуспенденный или что? Нет, не засуспенденный. Стоп, секунду. Suspended. Вот почему его не сделали. Чего-то не хватило где-то. Или ресурсов, или еще чего-то. Неважно. Давайте мы отменим пока что болты. Давайте глянем, сколько их там. А, здесь нет. Они их сразу, наверное, относят в коробки. Ладно, но я думаю, он достаточно уже болтов там наболтал. Вот. Давайте посмотрим, что у нас. 24 свободных человека. Ужас. Ужас. Стыд, позор. Нашим дворфам. Так, build, door. Много дверей у меня. Одна. Медленно, очень медленно все делают. Кстати, у нас там вон механик, я вижу, один есть, насколько я понимаю. Да, давайте посмотрим, может, механика мы назначим. Давайте мы посмотрим. Лейборс. Механик. Это кто у нас? Конструктор Дор. Мейсон. Крафтсмен.
А у нас, по-моему, есть именно механик. Ну, выглядит он реально как механик. А может, он какой-то там оператор. Архитектор. Ну, это наш, да, наш обычный Мейсон. Ладно. Давайте посмотрим, кто бездельничает. Current job. Бездельничает Woodworker. Как ни странно. А, стоп. Woodworker у нас сейчас, да, этот... Угу. А, боец. Боец невидимого фронта. Давайте посмотрим. Это фермеры бездельничают, да, в большом количестве. А вот, кстати, инженер, которого я искал. Он какой-то стрёмный инженер. Давайте мы его добавим. Ну вот оператор, да, оператор всякой разной штуки. Давайте мы сделаем его еще тоже, я не знаю, Мейсоном и Стоункрафтером. Пусть тоже займется разными полезными делами. А то совсем бездельничает, бедняга. Так, это у нас красильщик. Красильщик у нас тоже только умеет что делать, что, короче, только красить умеет, да. Давайте мы его озадачим. Ну вот точно так же. Берем Stone Detailing и можно заниматься отделкой. Отделкой. Давайте мы посмотрим, как это делается. Я тоже, по-моему, никогда не делал такого дела. Так, по-моему, через Designations, Smooth Stone, Engrave, нет, по-моему, сначала мы делаем гладкий камень, да, а потом можно будет его еще и задекорировать, и делаем это просто на всю вот эту вот комнату, на всю территорию вот этого безобразия. Все стенки пусть будут здесь красивыми. Я думаю, сейчас займутся ребята. Посмотрим, кто у нас еще тут бездельничает. Давайте глянем. Вот у меня шерер какой-то есть там с ножницами, или как он там правильно называется. Короче, бездельники, которые мне в принципе не нужны из-за того, что у меня вот, да, вот эти двое ребят. Один из них, ладно, я согласен, пусть там чем-то занимается. Давайте остального сделаем Мейсоном. Woodcrafting, Carpentry. Угу. Этот повар, я согласен. Есть у меня еще вот такой вот товарищ. Травник, как ни странно. А, Plant Gathering, Plant Processing. Но сейчас тебе собирать-то нечего, поэтому будешь тоже заниматься полезными делами. И вот крафтинг тоже тебе... А, может быть... Ну ладно, в принципе, костей у меня особо нету. Окей. Окей. Подкрепление мейсонов у нас сейчас появится небольшое. 2-3 человека как минимум мы озадачили. А, давайте теперь, наконец-то, мы поставим билд... как там? Archery Target... Или может попробовать все-таки выйти на улицу? Может попробовать выйти на улицу? О, как они вчетвером зарядились так сглаживать стеночки. А что, пол они тоже сразу делают, да? Плитку на пол еще ложат. Кладут. Я, в принципе, не против. Пусть кладут, пусть занимаются интенсивно полезным делом. Так, а тем временем мы посмотрим на гоблинов. Гоблины выжидают. Так, хорошо, раз пока гоблины там выжидают, давайте попробуем. Попробуем выйти на улицу. Сейчас только надо разобраться, как расширить наш... Как он называется? Кстати, можно сделать нору здесь отдельную для лучников, да, для воинов. Пока что отдельную. Чтобы они только тут и тусили, допустим.
Я даже не знаю, как там сейчас, как это все так провернуть. Давайте мы лучше define нажмем. Так, и добавим select start rectangle. А, ну вот, можно мышечкой просто аккуратненько себе так добавить нужные проходы. Нужные проходы. Пусть будет. Не страшно. И теперь... А, можно просто, наверное, да? Start rectangle и мы добавим... Я надеюсь, что мы добавим именно, а не заменим то, что у нас есть. Ой, а что это оно так... Кривенько. Кривенько как-то. Чё, странно. О. Так, хорошо. И это у нас все осталось по-прежнему, да? Замечательно, замечательно. Ну, теперь можно попробовать таки выйти наружу. О, хорошо. Дварфы пошли тренироваться. У них даже у многих арбалеты, как ни странно, уже есть даже со стрелами, в смысле с болтами. Дело пошло. Дело пошло. Сейчас зато порядок здесь наберем. Дерево поубираем отсюда, наконец-то. Как там, гоблины? Не злятся? Не злятся? Они нас слышат, они нас видят. Гоблины. Где вы? А, вот они. Они пошли на море, на прибой смотреть. Что тоже, в принципе, хорошо. Я не против. Давайте мы тогда здесь пособираем растения. Почему бы нет? Теперь мы можем себе это позволить. Отлично. Соберем здесь травку хорошую. Я на самом деле рад, что вот так вот пока мы вышли. И вроде все пока спокойно и нормально. Даже наши дварфы начали тренироваться наконец-то. Они долго ждали, но теперь начали таки тренироваться. Кто-то там создал просто шедевральную корону какую-то. Это, в принципе, хорошо. Меня радует. Так, так, так. Что-то активировались гоблины. Активировались. Я надеюсь, они сейчас не перелезут все-таки через стену. Активировались, но стоят пока, стоят. Стоят, отходят. Они чувствуют, они слышат, как наши дварфы смеются над ними. Как они кричат: глупцы, глупцы, вы не перелезете через стену. Да, хорошо. Хорошо. Так, по-моему, у меня вот эти два куска стены. Надо их заново назначить, чтобы их сделали таким. И две двери. Build. А нет, build doors. А одну мы здесь поставили, а вторую что-то где-то не поставили мы, вторую дверь. К сожалению, ну да ладно. Так, можно, в принципе, еще попробовать поля какие-то посадить здесь на поверхности, чтобы не шарились наши фермеры. Мне кажется, это будет полезно, в принципе. Давайте вот это дерево мы спилим. Не нравится оно мне. Не нравится. Так. Хорошо. Теперь я хочу убрать вот эту зону. X remove. И сделать две новых зоны. Так. Отсюда. Это remove был, да? А, подождите, у меня здесь будет колодец небольшой, да. Надо сейчас место под колодец тоже сразу выделить. А может, кстати, и можно уже колодец будет сделать. Я там, может... Да, в принципе, не, нормально. Нормально. Вот так вот делаем одну зону.
И точно так же делаем вторую зону. Вторая зона будет, мы будем просто их менять, как пастбище, да? Когда его будут выедать, тогда мы будем и менять одно на другое, когда трава будет заканчиваться, да? Хорошо, хорошо. Мне нравится пока, что у нас получается. Ну вот единственное, что еще нужно будет верхний этаж такой небольшой сделать, хотя бы там посмотреть, как это делается. Я, если честно, еще просто даже не знаю, как правильно. Так, и build beds. Давайте мы поставим здесь. Должно быть только внутри. Ладно, тогда weapon rack, как он там называется, не weapon rack, а armor stand, да? Armor stand, давайте здесь поставим. Угу. Чтобы здесь у нас тренировались другие наши, другой наш отряд, второй. Я хотел посмотреть, что с этими костями-то. Что-то не показывает мне, что с костями. Но я надеюсь, что они рано или поздно просто сгниют, да, да и все. Build door. Нет, дверь пока нам не сделали. Вот, хорошо. Лучники приходят, тренируются, качают потихонечку свои навыки стрельбы из лука. Кстати, давайте мы посмотрим. Арчер и Маркс, дварфы, давайте мы обновим. Ну, по-моему, немножечко вот эти вот квадратики чуть больше стали. Чуть-чуть, если и стали, но, короче, да. Так, кто-то сделал просто превосходнейший, мастерский, шедевральный, я не знаю, скипетр. Скипетр. Мы потом все эти скипетры и всю прочую ерунду попродаем. С удовольствием, конечно же. А, уже построили этот Armor Stands. В общем, здесь будут бараки. Вот такие, еще одни. Это будут бараки для вот этих ребят. Так, стоп, что? А, я Resize нажал, наверное, да? Так, для этих ребят тренинг. Ну и все. Вроде бы. Теперь они должны будут приходить сюда и тренироваться здесь чем-то. Не знаю, чем-то тренироваться должны будут, по идее. Единственное, что оружия у них там никакого практически нет ни у кого. Хотя там, может, персональный выбор стоит и пусть стоит. О, девочку родили еще. Нам мало детей, видимо. Еще одну девочку родили. Ну, конечно, все сидят тут, просто тусуются люто. Устраивают какие-то, наверное, прям дикие оргии здесь. И, конечно же, нарожают тут детей от безделья. Ладно, build table. Давайте посмотрим, сколько у меня там столов есть, чтобы... 2. Да чем они занимаются, наши крафтеры? Стулья, может быть, делают? О, наверное, стулья делают, потому что стульев у нас хватает. Это хорошо. Это хорошо. Нет. Chair. Все, закончили стулья? Ну, блин, неинтересно. Так, кровати на 63 человека у меня, да? Кровати. Сколько там у меня сейчас новых накрафтили, интересно даже. И где наши шахтеры? Что-то они... О, у кровати, конечно, хватает. Где наши шахтеры? Почему они у них... А, у меня, наверное, здесь зона этого не доходит, да? Да, я понял. Почему они там не докопали и теперь пошли тусить на дискотеку. Ладно, сейчас доделаем кровать и добьем уже. Тут немного осталось нам. Давайте сюда, в комнату для потенциальной будущей знати поставим. Так. Все, закончились кровати. Хорошо. Двери
О, дверь одна есть, давайте мы поставим дверь вот этим лучникам нашим, которые сверху тут тренируются, у них двери здесь нет. А теперь есть. Отлично. Фух, хорошо, хорошо. Жизнь начала налаживаться, когда у нас есть все-таки хоть какой-то доступ к поверхности, хоть я не теряю животных. Да и вообще можно, там, не знаю, дерево пособирать немного, там, растения даже пособирали немного, и уже хорошо. Окей, ребят, на этом я, наверное, серию закончу. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся в следующей серии.